Четвертый этап Кубка физкультурно-спортивного общества России по ралли-спринту стал не просто областными соревнованиями 47-го региона, а международными. В деревню Хилок 11 мая, помимо участников из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Челябинска, приехала команда из Беларуси. BMW Rally Team. В Беларуси вот я лично являюсь организатором соревнований, и я очень плотно общаюсь со многими спортсменами и очень близко с Сергеем Солнцевым из AGM Rally. И мы все знаем про гонки в России, и вот хотим тоже участвовать. Приехали в Петербург недавно всей командой BMW. Привезли сюда для того, чтобы их показывать людям, рассказывать про BMW. Это классная машина. На старте было 33 экипажа, включая два экипажа вне зачета. И все они стартовали успешно. Первые минуты перед гонкой, перед началом соревновательной части, наверное, самые тяжелые моменты для экипажей с эмоциональной стороны. Кто-то из них имеет большой опыт в ралли, кто-то еще новичок, но никто из них не может с уверенностью сказать, как поведет себя машина конкретно на этой трассе, конкретно в этих погодных условиях. Поэтому боятся все. Стресс перед гонкой, естественно, что будет, как финиш, как задастся гонка. А после — хорошее ощущение, настроение боевое, как и перед гонкой бывает, как и после. Когда проезжаешь уже с полспецучастка, настроение прибавляется. До гонки как-то, чуть-чуть страшновато, а после гонки просто кайф. Ты проехал, кайфуешь, уже отдых, такое спокойствие. Ну, конечно, присутствует, как у любого человека. Инстинкт самосохранения никто не отменял. А после гонки, конечно, не то что не после, во время гонки, после второго прохождения стало скользко. Как-то боязно было немного. Естественно, да, первые два вообще прохождения вообще не понимал, как, и боялся там, не понимал там ничего никак. А вторые два, как бы, погода испортилась, ну, это самое, стало очень скользко. Но вторые, как бы, два лучше проехали, ну, уже потому что как-то вот маленечко, ну, я не знаю, переборол вот этот вот страх. Вот, а первый как-то вот мандраж, прям как-то вот волнение, вот это все, Восемь экипажей не сумели финишировать, в основном по техническим причинам. Серьезно рисковать на четвертом этапе участники не стали. Даже проиграв здесь, еще можно наверстать очки на других трассах. Нужно поберечь как себя, так и технику. Знаменитый Олег Григорьев вновь не вышел на старт, уже второй раз за серию 2019 года. Это дало возможность проявить себя другим участникам. Вернулась в серию «Рыжая двенашка», но с другим экипажем. Пилотом стал Сергей Киселев, штурманом — Андрей Яндулов. Среди призеров четвертого этапа Кубка ФСО «Россия» по ралли-спринту в разных зачетах Андрей Звагольский с Алексеем Юматовым, Александр Тоскин с Андреем Симоновым, Дмитрий Луганский с Евгением Максимовичем. АМС стала лучшей командой гонки.